Аудиокнига своими руками. Студия «Барабаны судьбы». Читает Александр Водяной. Роман «451 градус по Фаренгейту» Брэдбери написал в 1953 году. Произведение является ярким примером научно-фантастической мировой литературы. Расшифровку названия в эпиграфе дает сам Брэдбери. «451 градус по Фаренгейту» — это температура, при которой воспламеняется и горит бумага. В этом произведении автор размышляет над тем, есть ли у человечества будущее, изображая мир, в котором сжигаются книги, а люди живут только поверхностными материальными ценностями. Книга откликается в душе и в сердце. История написана 70 лет назад, но автор уже тогда предостерегает нас, раскрывая пагубное влияние технологий. Сейчас почти в каждом доме есть телестены и наушники в ушах. Однако книги читают все меньше и меньше. Мы с бешеной скоростью мчимся в бездну. Это классика антиутопии, где лейтмотив один и тот же – человек против системы. В мире, где развлечение и обладание вещами является главной ценностью, совершенно потерял себя главный персонаж книги – пожарник, который приходит к вам в дом, если там завалялась парочка-другая умных книг, запрещенных в этом безумном обществе. Гай Монтек, главный герой этого нового и жуткого мира, который не думает и не мыслит, даже в то время, когда по радио говорят «началась война», и когда над головами каждый день летают штурмовики. Безумие, безразличие к своей жизни и к чужой беде, к будущему своих детей. Философская книга Рэя Брэдбери заставляет людей задуматься, научиться размышлять, чтобы избавиться от таких душевных изъянов, как зависть, ненависть, жадность, чтобы не попасть под категорию бездушных существ, называемых людьми. Рэй Брэдбери, 541 градус по Фаренгейту. Читает Александр Водяной.